вот наша очередная авантюра. Сейчас ночь. Так, надо да. Телефон. Миша приехал так, тут к нам порыбалить. Всем привет. Сашка наконец-то поправился со своей спиной. Открываю для себя летний сезон рыбалки. Да-да-да. Попытаемся сходить на остров, половить камбалки. Вот на этом пароходе. Мужчины, хватит нам. Хватит, нормально. Это будем сами кушать, да. Она пускай вон сама зарезает нам. Пускай на голову крючки клюет. Ура-ура. Вот это человек, который будет опускать и поднимать якорь. Это тот, который будет ловить на всех рыбу. Этот будет жаловаться на больные ноги. Нет. А я буду все это снимать. Вот стоим, ждем, когда прибудет вода. И смеемся. Юра пытается всех рассмешить. Сейчас обозди. Это мы так делаем. Это мы вот так вот делаем. Едем-то. Едем в якорку. Телевизор этого туман будет видно. Я понял.
Миша? Как настроение? Отлично. Самое бодрое. Нас уже качает, упритесь, мы на море. Не за этого качает. Что, туда? 2 метра. 2 метра, по-моему. Может быть. Аккурат подумал. 2 метра. Думаете, кто у нас первый поймал сегодня камбалу? Я и в прошлом году самую большую, самый первый поймал. Мы про прошлый год молчим. Давай, целуй, отпускай. Ну, вон туда. Если я ее отпущу, то меня за ней тоже отпустят. Пару слов для местной печати. Хорошая, да? Ну вот, Миша, ты сам напросился. У тебя маленькая... Трудовые. Значит, ты же тебе коньяк понравился, да? Это единственный вариант, который я могу. Знаю. В этот я влез и четко и нет того. Они по литражу разные совершенно. А, ну... В коньяке гораздо больше попадает. Ну я понял, да. У меня сейчас. Что, думаешь, нормально? Да это пойдет. Это вот. Мы же должны запечатлеть твою эти самую тримбиту твою. Раз, два, три. Мало, мало, меньше. Они у него по очереди встают на вырост. Что ты можешь сделать? Ладно, все. Как это, в порядке вещей не меняется. Да, у него все так. Мало, 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 меньше. Всех для всех больших вывел, Мишка. Юрка что-то за бортом посмотрел. Да я руку, блин, помыть от креветки, от икры. Да. У меня самая крупная и самая маленькая. Ну, если мы так будем соревноваться. Самая мелкая. Вот ее я тоже покажу. Гринпис. Ну вот, наконец-то. Пусть лучше две, но таких. Ну ты нормально. Сейчас солнце будет отрываться от моря, от морской глади.
Смотрите, мне это солнце оторвалось. Шарик поднялся. Мишка отдуплетился. Что с ней будет делать? Юра, ты что-то сегодня очень много ходишь по... О, ушла мелочь, ушла. Андрюха, блин, у нас рекордсмен. Жалко, что не трое. Главное, да. Чуть больше к этому дела. Рыбак севера. Гоу просто. Когда тебе говорили, возьми удочку в руки? Да понятно. Че, Юра, угощаешь? А? Угощаешь? Что угощаю? Тьфу, блин. То, что, кого чего? Она говорит, не отпускайте, не отпускайте, мне отдай. Сожрал тогда? Андрюха подсек. Как взрослый. Ерунда. Ерунда. Ой. Не намотай. На кнехт. Считаем. О, нет.
Раз, два, посчитали, все нормально. Че, как обычно. А мусора-то несет, ёшкарный бабай. Ты думаешь, сорвется? Нормально, что? Пойдет? Не лепестрочек, но приятно. Борется. Две. Ой, вот и борется. Бог. Не награда, блин. Не выржопывайтесь. Не выржопывайтесь, вы в прямом эфире, блин. Вот оно счастье-то. Да, вот оно счастье. Вот и смотри, блин. Покажи своему шефу. Шефу, да. Равные, смотри, братья. Одинаковые. Главное, да. Это простая. Совсем непростая. Вот до ушла и пляж видно весь. Песок. 9:06. Время пещерши. Время пещерши. Есть чай. Ты неплохая. Что такое опять? Ну ты, а у него-то он чемпион. А у меня три таких. Меряются. Все равно нормально. У него шар работает сегодня на 150%. Опа, нормальная такая. Не то, что у меня. И за... Смотри ее, опа. Проходила мимо. Не проходите мимо. Не ходите, друг. Юра говорит, что у него что-то серьезное сегодня. Самый серьезный, говорит. Да. Сейчас самое посмотрим. Серьезность. Серьезно, смотри. Еле от дна отдирает. Ты давай. Оп. Оп, молодец, Юрка, ты чувствуешь хорошо. Я к такому не привык. Кого просто фидел? На второе. Юха, цепишь или как? У меня тоже тут две. Отпускай, все. Вот такие, хорошо, приятные глазу. У нас тут помощников-то много. Как в, мультике. Еще бы червя наживляли, так вообще все бы. Сыны бы не было, да? Да, да. Ладно. И так хорошо. Не, вот так потихонечку прибавляется. Тут начало бы все прибывать. Тут вообще, тут уже концовочка так. Я вас принцесса. Ну, Сашка бы уже подогнал. Ну. Ну, она, главное, тонкая, хорошая, так, удобная, да, в руке. Сюда. Ну, вот завершение рыбалки у нас. Просидели мы до 10 часов. В общем-то, очень даже неплохо половили. Рыбалка мирная, хорошая. Все довольны. Съели бы еще, но малая вода, нужно убегать. И наживка кончилась. Да, и мы изловили почти все. И зелье тоже. Это само собой. Оно так просто у нас не остается. Только термос, нет, только я чай. Я просто скинул народу. Это самое. Ой-ой-ой, сколько много. А вон туда вперед ты его встань. Ты встань чуть-чуть. Это вот море. А это к реке. Это у нас, да, к острову. Там просто очень много народу. Вон там вообще. Да. Всем добра, рыбалка удалась. Все довольны. Всем добра. Супер. Так. Под жопу главное. И положи. Так. Собираем вещички, собираем пожитки.
Ой, народу-то сколько. Что вы тут все делаете-то, люди. Поступила команда поднять якоря. Так, а... Якорь поднять. Традиция у нас. Якорь поднимает у нас всегда. Юра. Капитан. А почему? Потому что он его бросал. Он-то знает, куда он его бросил, где его искать. А мы-то откуда знаем? Давай. Опа! На. Да, шапочка тут. Давай, все готов? А? Ну, давай, закачивай. Все четко, все нормально работает. А это не будешь включать? Что там? Заканчивается рыбалка. Вода была до острова вон того, а сейчас видишь, вообще нету ничего. Там такой же. Где-то с северо-запада, все.
там по берегу какой-то рыбак ходит. Сейчас посмотрим. Нет, нормально. Я расстраивался за винт, что ударил вал. Ягодка. Все сидят на мелях.